Дмитрий Корунов – универсальный спортсмен. Стреляет из лука, плавает с аквалангом, играет в следж-хоккей. Это паралимпийский вид спорта для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В хоккей играют на санях с парой клюшек. Дмитрий рассказывает, именно следж-хоккей буквально поднял его с инвалидной коляски. Как ни странно, даже становится легче ампутированной ноге, потому что она как бы живет вместе со всем телом. Она чувствует движение, чувствует динамику. Но, естественно, присутствующий вот именно хоккею азарт, спортивный азарт, именно такая хорошая спортивная злость бывает, адреналин прям бывает вскипает, кипит. Вот роль хоккея. Дмитрий Корунов премию главы Самары «Мир равных возможностей» получает второй раз. Вручение этой награды, она была учреждена 8 лет назад, приурочена к Международному дню инвалида. За достижения в области образования и науки, литературы и искусства, технического и народного творчества, физкультуры, предпринимательской и общественной деятельности премию получили 18 человек. У них как раз возможности безграничные. Вот все документы, которые мы просматриваем, видим, что действительно люди талантливые, люди активные и люди достойные. Есть у нас люди, которые действительно получают эту премию не первый раз, но они номинируются в разных номинациях. То есть, допустим, либо образование, либо предпринимательская деятельность, и не чаще, чем один раз в 3 года. Кроме дипломов, лауреаты премии «Мир равных возможностей» получили еще один подарок – концерт классической музыки. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.